Всем привет! С вами Риолис и Мария Васюкова. Наш катастрой продолжается, и сегодня у нас в новом окошке февраль. А его главный герой – яркий, рыжий, солнечный кот посреди все еще холодной и снежной зимы. Вдали виднеется кусочек хвойного леса на фоне ясного голубого неба. Кругом сугробы, а наш смелый кот радостно катается на санках. Компанию ему составляют две мышки. Одна из них смело едет на своих салазках, а вторая зажмурилась. Может быть, она испугалась, а может, жмурится от удовольствия. В узорном бордюре этого окошка у нас появляется еще одна мышка. Мне нравится такой дизайнерский ход, я всегда за детали, именно они формируют целостность и общее восприятие сюжета. Добавляют ему характерности, дарят эстетическое удовольствие и вызывают приятные эмоции. В нашем календаре таких деталей будет три. Есть еще рыбка и птичка. А благодаря бордюрной мышке в отшиве появился первый французский узелок. Хочу обратить внимание на шарф. Весьма удачно в нем применен бленд из 26 и 27 оттенков. Это красный и розовый цвета, что создает эффект настоящего вязаного изделия. По количеству крестиков это не самое объемное окошко. Однако, изучив всю схему, я бы сказала, что февральский кот самый кропотливый из всех остальных. В нем часто нужно менять нить, особенно в мышках, и в нем также собрано большое количество оттенков бэкстича. Но, несмотря на все это, рыжий котик – один из самых эмоциональных и радостных персонажей. Быть может потому, что совсем скоро в нашем катастрое наступит весна. Увидимся через неделю. Пока-пока!